Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Они всегда стремятся действовать. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределом мечтания этого имени. Они чаще других являются основателями новых религиозных течений, авторами новых оригинальных философско-религиозных концепций. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Не находя практического выхода, их страсть к перемене мест и внутренняя мобильность приводят к полному хаосу мыслей, целей и желаний, полной непрактичности во всем. Как правило, носители этого имени избегают общества людей, сомнительных мест или ситуаций, отдавая предпочтение вещам тонким, духовным и рафинированным. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Эти люди ответственны и терпеливы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.